На Бобровском изоляционном заводе готовую продукцию упаковывают в банки из оцинкованной стали. Делают эти банки на одном из заводских участков. Листовую сталь получают из Нижнего Тагила. Каждый месяц больше 6 тонн. Сталь очень дорогая, дефицитная. И вот на заводе нашли возможность экономить ее. Иногда готовые изделия упаковывают вот в эти банки. В них завод получает эпоксидную смолу. Догадались приспособить их под тару. Разумно? Конечно. Экономно? Безусловно. Но додуматься-то додумались. А вот использовать всех возможностей не смогли. Эти банки тоже из той самой дорогой стали, так необходимой заводу. Почему они здесь? Только потому, что у них маленькое отверстие. Но ведь ясно дешевле самим увеличивать его, чем расходовать тонны стального листа на изготовление новых банок. На заводе понимают это. И есть решение организовать специальный участок, но дальше решение дело пока не идет. И гибнут под открытым небом горы дорогого металла.